Сегодня мы поговорим о таком привычном и очень важном предмете интерьера, как лестница. А главное, узнаем, чем нужно руководствоваться при выборе такой конструкции в свой дом. Ни для кого не секрет, что лестницы бывают винтовые и маршевые. В первом случае ступени крепятся к основному центральному столбу. А вот маршевые состоят из одного или нескольких прямых участков, соединенных поворотами. Раздумывая над конструкцией лестницы, которая вскоре окажется у вас дома, лучше обратиться за помощью к специалисту. В первую очередь нужно понять, какая вам лестница нужна и для чего. То есть, если вам нужна просто стремянка, чтобы забраться на чердак, то тогда это одна лестница. Если вам нужно зайти с удобством, безопасно и по красивой лестнице с первого на второй, дальше на другие этажи, то тогда это совершенно разные лестницы. Привычная для всех лестница состоит из трех частей. Первая – несущая конструкция, которая может быть как деревянной, так и металлической, и располагаться как сбоку, так и в центре. Второй неотъемлемый элемент – ступени. Чаще всего их делают из бука, дуба или красного дерева. И ограждающие элементы – балясины или поручни. Они, прежде всего, отвечают за безопасность. Основные конструктивные особенности лестницы заключаются в ее высоте ступени, это от поверхности до поверхности ступеньки, в ширине лестницы и в глубине ступеньки. Это основные три характеристики, которые позволяют комфортабельно и удобно ходить и безопасно подниматься по лестнице. Стоит отметить, покупка лестницы – это процесс индивидуальный и весьма дорогой. Цена зависит от множества нюансов, например, количества и ширины ступеней, материалов балясины или поручней. С момента вашего, значит, прихода в салон либо вашего звонка до момента установки лестницы, как правило, проходит 1,5-2 месяца. Мы выезжаем на место, делаем замеры, потом согласовываем с вами проект лестницы, сколько ступеней, какая высота, какая модель, цвет и прочие нюансы. Единственное знать, что лестница – это как мебель. Устанавливается в самый последний момент, когда уже готов полностью ремонт в доме, чтобы не повредить строительными материалами и работами поверхности. Отметим, во время монтажа происходит лишь сборка самой конструкции, ну а самый трудоемкий процесс – это крепеж лестницы к полу, стене и потолку. По случаю новоселья выставочный салон «Пробковый дом» продолжает дарить покупателям подарки и бонусы. При заказе лестницы до Нового года установка бесплатна. Выставочный салон «Пробковый дом» представляет абсолютно экологически чистые и безопасные материалы от ведущих мировых производителей. Паркетная доска, пробковые настенные покрытия, лестницы. Компания работает напрямую с европейскими производителями, что гарантирует качество товара и низкие цены. При этом цены на лестницу начинаются от 6000 рублей за ступень. В салоне представлен весь ассортимент сопутствующих товаров, а опытные специалисты помогут вам определиться с выбором. Ждем вас в новом выставочном салоне «Пробковый дом» на Леонова 64А, а также на Судостроительной 17Г. Справки по телефонам 33 60 10 75 60 10.